В стране выздоровели и уже дома свыше 60 тысяч пациентов, у которых ранее подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в Минздраве. Зарегистрировано 67 366 человек с положительным результатом на COVID-19. Лаборатории обработали более 1 270 000 тестов. В Беларуси продолжаются чествования медиков. Сегодня в центре внимания главврачи, заведующие отделениями, анестезиологи, реаниматологи, медсестры и фельдшеры Минской и Витебской областей. Думаю, ни для кого не секрет, что медицинские работники в это время работали фактически без выходных. Работали и в ночные, и в дневные смены, в том числе работники центров гигиены и эпидемиологии. Мы старались максимально быстро организовать противоэпидемические мероприятия, выявить контактных лиц и организовать их обследование. Ну и родные и близкие нас, к сожалению, видели иногда урывками. Было сложно, но ты чувствовал, что ты работаешь не один. И моя награда – это награда целого коллектива. В такое тяжелое время больных было очень много, вызовов тоже очень много. Ну, справились. Это не в деньгах дело. Я вообще получаю удовлетворение от своей работы, когда любому пациенту становится лучше. В условиях пандемии белорусская система здравоохранения сработала как единое целое и фактически не допустила перегрузки и неблагоприятного развития событий. Об этом заявил министр здравоохранения. По его словам, наша медицина способна отвечать на самые сложные современные вызовы и сохранить работоспособность в любых условиях.